кое-как вода, вот смотрите, все это остатки сюда подтекли, ну все, напора фактически никакого. Я заканчиваю это дело и перехожу вот сюда. Можно отрезать сверху, а можно и отрезать снизу. Но у меня вот это проблемное. Отрезать вот эту трубу вот в этом месте, снизу. Потому что там может быть вода, что я и буду делать. Ведро подготовил, ковшик есть, тряпка есть. И вроде бы воды нет. А уклон, я не знаю, уклон туда-сюда, я не знаю как. Вот все это готовлю, готовлю. Отрезаю. Вот смотрите, труба уже упирается. Почему упирается? Потому что вода там горячая, и этот материал начинает растягиваться, и произошел вот такой вот упор капитальный. Теперь я вот в этом месте, я вот так вот, почему вот так мне нужно поднять, вдруг там вода будет. Хозяйка мне сразу бумажку, тряпочку дает. Какая хозяйка хорошая. Все, вот смотрите, вода ушла, я уже не боюсь. И теперь мне нужно вот здесь вот отрезать. Что я и буду делать. Лучше, наверное, буду отрезать. Дай кранчик. Смотрите, как-то непонятно. Уже форму вот так, значит, мне нужно вот здесь отрезать, вот здесь отрежу, могу вот здесь отрезать. Это не знаю, сейчас буду шевелить трубу, потому что она в стене замурована, и мне нужно, чтобы она двигалась туда-сюда, потому что аппарат сварочный нужно устанавливать, и вот эта труба должна двигаться туда-сюда, потому что нагреется это все, мне нужно раздвинуть, а потом склеить это все дело, то есть заварить. Вот этим я сейчас буду заниматься. Сварочный аппарат еще не нагрет, сейчас буду его нагревать. Вот так. Не так же ставить. Конечно, хозяйка говорит, только вниз. Все, вот так я и буду. Открою, чтобы тепло выходило. Здесь зачистка, очень чисто, внутри пальцем. Пальцем, вот таким вот образом. Палец далеко вот туда залазит. Я вот так вот сделал, но еще раз сделал. Ничего страшного. Так, не перепутать. Теперь... секунд. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Вот можно уже вытаскивать. Вот смотрите. Вот так вот устанавливать. Вот так. Вот в таком вот духе. А сам держу рукой. Смотрите. Как сложно. Проверю. Все отлично. Теперь здесь нужно, здесь немножко по-другому.
Здесь мне вот так делать, и я вот готовлюсь, смотрите, я готовлюсь. Вот так, и быстренько вот сюда вот так поставить. Кошмар. Вот я приготовился. Не для слабо нервов. В общем, приготовился. Мешает. Вот эту трубу. Вот здесь пришлось немножко поддолбить. И давлю. И сим. Врать не буду, вроде бы что-то получилось. Держу, держу. Идет остывание. Все. Вроде бы сделал сверху. Все успешно получилось. Я не могу. Толя. Теперь в нижней части опять искать кран. И сделаю точно такую же процедуру. Вот тут пальцем. Так. Давай, открывай. Открыто там? А здесь? Нет. Вот смотрите. Ты должен спустить. Вот смотрите, вот я поджег, а палец отпускать не буду. Почему? Ну потому что, вот смотри, раз и потухло. А вот надо так сделать, чтобы оно не потухло. Давай, давай, давай. Вот этот палец нужно долго-долго держать. 2 минуты, и он у меня все время дубеет. Палец. Вот у нас такая система дурацкая. Дурацкая. Ну, бывает... На, убери. И вот нужно плавно отпустить. У меня никогда не получается плавно. А потом уже вот этот кран открывать. Вот происходит нагрев. Там нагревается, расширяется. Смотрите, как долго приходится держать. Ну, пробуй. Вот смотрите, я, говорит, плавно отпускать. Я могу и быстро отпускать. Что, не помнишь? Да главное, чтобы не потух. Ну и не потухнет. Я даже быстро отпущу. Я не умею. Ну, подольше подержать и все. Ага. И все равно у меня глохнет. Вот, и для меня это как разжигать, так... Проблема, да? Да. Вот смотри, отпускаю палец. И горит. О, какой молодец. Блин, как он у тебя открывается? Вот так. Не на всю надо. На 45 градусов. Вот так. Сейчас, подождите. Вот, все. Ну-ка. Это такой вот пламя. Да, вот ну, я по пламени-то. Да, 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 да. Чтобы оно синенькое было. Че, этот самый, включаю этот самый мотор? Насос? Да, да, насос. Все можешь. Насос включаю, чтобы прогревалось быстрее. Вот так проходит. То есть, вот так, вода идет вот так, и туда пошла. Потом опять возвращается. И вот так нагревается. А вот сюда уже сейчас помогу. Я сама. Давай, давай, давай. Сама. Горит сама. Видишь, она даже зажурчала. Вот смотри, сейчас воздух какой-то опять поднимется, оттуда опять будет. Еще немножко побыл, где-то с 30 минут. Все просмотрел, вроде все нормально. И за это время здесь всю грязь убрал и разложил весь инструмент. В общем, здесь нормально, остается до понедельника. И здесь тоже, хотя хозяйка есть, я здесь этот мусор убрал, потому что у хозяйки руки белые. Все, давление, как было, так и осталось, даже немножко прибавилось. От нагрева этой воды труба просто горячая, шум прекратился. С повышением температуры воды этот шум прекращается, а шум появляется из-за того, что работает двигатель. Я вам сейчас покажу, опять покажу вот здесь вот. Вот этот двигатель начинает работать, потому что есть вход этой воды, когда начинает клетчатка, и выход. И за счет этой клетчатки создается
этот шум. Ну, вроде понятно. А шум прекращается после того, когда вода нагреется. Ну и все. Хозяйка, до понедельника.